Ежедневно каждый из нас делает примерно 8000 шагов. Это колоссальная нагрузка на ноги и позвоночник. Порадовать свои любимые ножки, подарить им радость движения. Это ли не счастье? Сегодня мы выясним, какая она обувь, дарящая несравнимое ощущение ходьбы по воздуху. С вами программа «Своими глазами» и я, Юлия Аржанова. Для начала на несколько мгновений перенесемся в Европу. Местные жители в своем повседневном облике ценят комфорт, экологичность и практичность. Этими наблюдениями поделилась Евгения Мальцева, знаток идеальной обуви, в поисках которой она готова объехать полмира. Если мы говорим, допустим, про француженок, они экстравагантные, очень элегантные, у них минимализм. Встречаются, допустим, в Париже встречаются девушки, которые и женщины, которые даже на великах могут позволить себе проехать на высокой обуви, на платформе. В каком бы уголке мира ты ни находился, важно, чтобы обувь была идеальной во всех смыслах. Из высокосортной кожи со стильным дизайном, обеспечивающая максимальный комфорт при ходьбе. Качество обуви можно ощутить в буквальном смысле этого слова, благодаря запатентованным техническим инновациям. Стелька ОНЕЙР уменьшает давление на стопу, а воздушные камеры собирают возникающую в обуви влагу и выводят ее через отверстие в дне каждой полусферы. Благодаря этому надолго сохраняется ощущение свежести. Европейские модницы в повседневной жизни уже давно перешли на удобный и правильный каблук от 3 до 5 сантиметров. А если дама предпочитает быть повыше, то стоит присмотреться к моделям с антишоковым каблуком. Такой каблучок снимает напряжение при ходьбе. Воздушные камеры помогают амортизировать толчки, передаваемые в позвоночник и суставы. Благодаря этому ходьба из пытки превращается в сплошное удовольствие. Она хорошо и с джинсами, она хорошо и с юбкой будет. И даже с какой-то там, с каким-то платьем таким дизайнерским, необычным. С удовольствием. Весной женщины во всем мире покупают себе новую обувь. Пожалуй, это лучший способ создать настроение. Сапоги финского производства – хорошая находка для тех, кто ценит комфорт. Во многих моделях предусмотрена расширенная полнота голенища. Немецкие ботинки – классические или с необычной отделкой, или ботинки в стиле гранж – одна из самых модных моделей. И, конечно, набирающие популярность лоферы – радужных цветов с кисточками, перфорацией. И к ним обязательно новая сумка столь же радужного оттенка. К ней можно подобрать оригинальный качественный зонт с системой антиветер. Экономные представительницы прекрасного пола оценят вариант 3 в 1 для всех случаев жизни. Casual, он всегда практичен. Если только ты не будешь куда-нибудь там выходить в какой-то свет, тогда ты, конечно, будешь одевать туфли. Мужчины любой страны в большинстве своем ценят практичность и удобство. Офисная пара прекрасно дополнит солидный костюм. С любимыми джинсами будут как нельзя кстати модели с контрастной отделкой. Вот эта модель просто незаменима для мужчин, проводящих много времени за рулем. Жированные носок и пятка защищают кожу от стирания. Выбрать те самые туфли мечты для покорения целого мира, которые придутся по душе вам и вашим ножкам. Не забывайте и про специальную косметику. И долгих лет вашей любимой паре обуви. Спонсор программы – сеть магазинов «Каприз». Комфортная и практичная обувь европейского качества. Инновационные технологии для вашего комфорта. «Каприз» подарит ощущение ходьбы по воздуху. С вами была Юлия Аржанова. Удачи, весеннего настроения и до встречи на 7-м канале.